Ребята, я хотел бы вам сказать то, что новая серия Pixelmon выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Когда это будет завтра, сегодня или через пару минут, или даже может через 2 недели, зависит только от вас. Если хотите видеть новую серию Pixelmon как можно скорее, просто поставьте лайк. На предыдущей серии мы набрали нормальное количество лайков, поэтому эта серия вышла, получается так. Но следующая выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Надеюсь на ваше понимание, на вашу поддержку и... Всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. И добро пожаловать в нашу новую серию. Что мы будем делать в этой серии? Как я говорил в предыдущей серии, сейчас мы пойдем, наверное, в шахту. А зачем нам идти в шахту? А затем, ребята, что нам нужно? Мил танк. Как раз тут много. А затем, ребята, что нам нужно? И кожа, во-первых, с мил танков. И во-вторых, нам нужно много. Они что, 5 втроем бьются или что они там? А, нет. И нам нужно много нити. А нить можно добыть только в шахтах. Не, ну в принципе мы можем пойти поубивать кучу покемонов, но согласитесь, что это будет прям очень долго. А если мы пойдем, найдем заброшенную шахту, то мы сможем добыть очень быстро нити, и в принципе это будет очень круто. Но если честно, я не помню где. Мы уже в ту шахту ходили 2 раза, но я не имею малейшего понятия, где она находится. Не знаю, ладно, ребята, в этой серии мы уже добавим, точнее, сделаем заказ новому человеку в нашем ресторанчике. И в следующей серии мы уже наконец-то очистим музей. И плюс к тому, в следующей серии мы уже сделаем... Что мы сделаем? Мы сделаем новую игру «Остаться в живых. Последний герой». Он у нас будет в музее, то есть последний человек, который останется в музее, который будет продолжать комментировать и которого не выгонят, можно сказать, выиграет вот это соревнование, да? Так, сейчас. Я тут смотрю, у нас тут куча вещей. Что нам нужно? Нам тут, ну, не тут, а на нашей посадочной площадке нужно собрать кукумбер, капусту, ну там огурцы, может кофе, да, кофе не выросло, чай тоже не вырос, поэтому, ребята, вряд ли мы что-то соберем, но ладно. О, вот это можно собрать, замечательно, это можно посадить. И все, тут больше ничего не растет, замечательно. Ну, не замечательно, что не растет, а то, что мы хотя бы хоть что-то собрали, тут больше у нас нифига нету. Давайте сначала вот это все выложим сюда. Это нам в данный момент вообще не нужно. Допустим, вот. Да, в принципе, хоть что мы можем туда был. А также мы убьем 10 Блисси в этой серии. Мы выложим 3 покемонов уже в этой серии. Если мы даже докачаем Баттерфри, то выложим 4 покемонов в этой серии. Это, ребята, если честно, очень много, потому что мы возьмем 4 новых покемона. Согласитесь, что это круто. Нифига, конечно, не выпало толково, но зато выпали 4 вещи, которые мы сможем потом заплатить за прокачку на Блисси. Фу, так, ребята, сейчас. Нет, я не вспомню. Нет, ребята, хоть убейте, я сейчас не вспомню, где это было. А, точно, вы помните, какая у нас фигня была с картой? То есть у нас карта как бы забагалась, да, и те места, которые мы открыли, они просто пропали. То есть они как бы заново закрылись, те места, которые мы ранее открывали. И вряд ли я сейчас могу найти вот ту территорию, где мы были, где мы нашли вот ту шахту. А где она? Ребята, убивайте. Но не вспомню никак. Я помню, она была вот так прям втыкалась в саванну. То есть, ну вот эту, да, в саванну. Ну, как вы видите. Вот может где-то вот тут, что ли. Но я еще не найду, ребята, честно. Это мне нужно было до серии все это предвидеть. Но я не знал, что вот тот баг, который у нас был с этим... с пропаданием карты, то есть вот это все скинулось, что всю карту, которую мы открыли, она просто скинулась, и нам нужно было открывать заново вот эти все. Вот, во, нашел! Ну, видите, вот тут, ребята, вот тут, но карта и так закрыта, я не понимаю, почему. Так, ТП минус 55, ТП минус 55, 75, 2100. Я надеюсь, что тут, ребята.
Я уверен на 80%, что тут. Нет, нет, не тут, ребята. А может вот тут, хрен его знает. Я ошибся. Не тут, потому что тут у нас сразу вход был прокапан. Прокопан. Не прокапан. Что за слово? Нет, ребята, к сожалению, это не тут. Да, жалко. Ну ладно, знаете что? Я сейчас немного выключу вот это, громкость убавлю. И давайте мы быстренько пролетаемся. Пролетаем где-то вот тут вокруг. О, мелтанки хотя бы и так нужны. Давайте убьем несколько штук. Сколько там еще кожи нужно? Сколько там еще штук нам нужно? Около 5, мне так кажется. Сейчас посмотрим. Еще вот этого давайте быстренько запинаем. 15. Ну еще парочку. Вроде 16 там нужно. 16 или 18, я, если честно, не помню. Не помню. К сожалению, ребята, я не знаю. Я, видите, я еще не могу найти вот то место, где у нас было... Был спуск в шахту. Я его увижу сразу вот тут сверху, потому что его там видно сразу же. Но, к сожалению, ребята, сейчас, как вы видите, я не могу его найти. Может, нет, не тут точно. Не тут точно. Вот что-то похожее на вот это, но... Я вряд ли вспомню, ребята. Я вряд ли вспомню. Ух. Так, а ну сейчас, секундочку, ребята. Не, ребята, к сожалению, я не нашел. Я пытался найти, но... Нет. Ладно. Ух. Нам нужно практически стак. Стак вот этих ниточек. Опа, что-то меня залагало. Так, ребята, нам нужен стак ниточек, но... Нет, ребята, к сожалению, в этой серии мы ничего не сможем сделать, потому что я не имею представления где-то. И не будем мы больше об этом говорить. Опа. А возможно еще вот тут. Давайте тут проверим и все. На этом мы, ребята, уже заканчиваем. 600-300. ТП, ой. ТП. 675-300. Во. Похоже, ну, похоже на то, где мы были, но, к сожалению, мне кажется, что это не то, что нам нужно. Мы можем попробовать, может, прикиньте, если нам повезет, и мы еще одну такую шахту найдем. Ну, а, нет, эта же шахта была в этой стороне, вот тут, а не там. Почему у меня карта вот эта поломалась и заново нужно вот это все искать? Я не имею ни малейшего, ребята, представления. Поэтому, ну, я ничего не могу сделать. Вряд ли мы тут шахту найдем еще одну. То есть, мне кажется, не может так повести, что вот мы сейчас начнем копать. И прямо найдем какую-то шахту заброшенную, да? Мне кажется, вряд ли. Но было бы круто. Но... К сожалению, это невозможно, мне так кажется. Потому что, чтобы так повезло, что мы найдем шахту, нет. Да, в принципе, видите, что уже и координаты маленькие, поэтому... Нет. ТП. Не, ребята, я не знаю, честно. Может, я потом вне серии попробую достать ниточки. А давайте, знаете что? Быстренько потопаем. 105, 1300. Нет, не сюда... Не сюда. Прокачать один уровень вот этому. Баттерфри. Мне кажется, будет классно. И, в принципе, мы будем знать, что мы ее не перекачаем. И также, ребята, как я сказал, небольшие планы. То, что в следующих сериях мы уже вернемся к музею и выгоним большое количество людей. Это, во-первых. А во-вторых, мы уже, наконец-то... Начнем разводить покемонов. А, ну, нам только нужно 2 покемонов или 3. Поэтому, ребята, это долго не будет. Максимум займет там пару серий. О, так. О, там был бишарп. О, еще один бишарп. Нам, мне кажется, нам нужно только одного бишарпа убить. Опа. Опа. К сожалению, наш поход в шахту немного
оборвался, как я вижу. Но, к сожалению, ребята, я не знаю. Я думал, во, сейчас спокойно зайду, найду то место, где у нас была шахта. Но, к сожалению, ребята, не получилось. Но зато мы прокачали Баттерфи. 40-й уровень, нам осталось только Клефери. Замечательно. Мы еще пойдем домой и, наверное, выложим этих 4 покемонов, возьмем новых и будем их, ребята, прокачивать. Фу, короче, ладно, ребята, не будем мы уже на этом зацикливаться, я потом вот это все постараюсь сам сделать. Я думаю, что это вам не будет очень интересно смотреть, как мы будем дальше продолжать искать пути в шахту, но я, ребята, просто-напросто извиняюсь, потому что я думал, мы найдем с легкостью. Я думал, сейчас зайду, посмотрю на карте, где это было, и просто мы напросто туда пойдем. Но не так-то это просто оказалось, потому что вы видите, вы помните тот случай с алтарем? Когда вот эта хрень произошла, что я знал, где он, у меня стоял маркер, но тогда, когда мы уже прокачали орб, я захотел вернуться к алтарю, но, во-первых, у меня не было маркера, маркеры остались, а тот маркер просто-напросто испарился куда-то. И та территория, где мы нашли алтарь, как бы я бы смог заметить, потому что там, ну, на карте алтарь нарисован и нормально его можно увидеть, тоже испарилась. И потом, когда мне подписчик скинул, подписчики, ну, можно так сказать, скинули координаты того алтаря, потому что в серии же можно было посмотреть. Мы действительно туда тпкнулись, алтарь был там, но территория карты была закрыта, что как бы она заново открывалась. Я прям охренел, почему. И как видите, ребята, сейчас, наверное, то же самое произошло. Ну, да ладно. Потом найдем, или может позже сделаем вот этот бэкпак, или я потом сам попытаюсь найти. У нас тут только 11 здесь. 11 это, ну, ничего, то есть. Это очень мало. Нам нужен стак. 50 штук минимум где-то нам нужно. Или 40. Ну, в этом роде. Ну ладно, ребята. Выкладываем 4 покемонов. Каких двух? Нам еще нужно 10 Блисси убить. Уху-ху-ху. Ну что, кто у нас там дальше по счету идет? Давайте. Арчопса заменяем. Бам-бам-бам-бам. Гласион прокачанный. На Милтанг. Лунатона заменяем. О-о-о. А мы... Так, сейчас. Кого мы сделали? Мы обычного сделали, там еще Кинг остался, да? Снорлокса пока что не берем, он еще и Шайни, между прочим. Я вижу, там босс на карте, но... потому что... Мы же будем спаривать Снорлоксов, и мы получим Манчлокса, и потом мы уже Манчлокса, ребята, будем прокачивать. Баттерфри давайте вместо Вульпикса, и Арканайн вместо Смиргла. Замечательно, Скорупи, ла-ла-ла. Да, ребята, в следующих сериях мы, наверное, уже пойдем куда-то Дактрию. А прикиньте, мы еще туда копнем, а там шахта будет. Да. Шанс, конечно, ну такой, но все же, попытка не пытка. То есть, сейчас, ребята. Чуть назад, да? Где-то вот тут. Что, ребята, я хотел сказать, я уже забыл. А, в следующих сериях мы, наверное, пойдем... Знаете, куда мы пойдем на охоту? Мы пойдем на охоту в болото. Мы... Да, заколебало вот эта земля появляться. А, вот, где-то тут, мне кажется. Да, вот он. Вот так давайте. Ух, я ни хрена не вижу. Где он? Паскуда, не убегай от нас. Ребята, он меня достал уже. Вашу мать, стой на месте! Вот, замечательно. Если он сейчас еще нас убьет, будет вообще охрененно. Да. Что нам за твари попадаются? Ладно, жопа тебе, паскуда, жопа. Я перезашел в бой, точнее, он меня убил. Но сейчас хрен ты что-то сделаешь. Вот сейчас хрен. Так, милдринг. Ну это был, я не знаю, ребят. То есть, давайте вот так. Ла-ла-ла, замечательно. Да, вряд ли там шахта будет. Вряд ли, вряд ли, вряд ли, вряд ли, вряд ли, вряд ли. Да, сейчас везде будем ходить, да, и на шахту надеяться. Да. Так, тут бы это нужно закрыть. А у меня есть. Точнее, у меня есть. Есть, 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 есть земелька, чтобы вот это все закрыть. Так, ребята, давайте, знаете, что? Перед тем, как пойти убивать Блисси, нам нужно еще сделать заказ одному нашему подписчику. Ну, как бы моему, ну, одному, можно и так сказать. Он
заказал кофе, я посмотрю. Ай. Прыщи Андра тут выскочила. Он заказал кофе и любой салат. Ну, любой салат это я сделаю, наверное, на свое усмотрение. Ну, так, наверное, да. Замечательно. Три, давайте. И вот так. О, 1, 2, 3, 4. И вот тут какао, кофе, бобы. Давайте сделаем 1, 2. Вот так. Потому что вот это еще нужно оставить на, ну, подписчику. То, ладно, салат я уже знаю, как делать. А как кофе делать? Там, наверное, кружку нужно сделать. Вот, кофе сид, cup of coffee, ага. То есть, кофе бинс, cup of coffee. Кофеком. А, ну он заказал кружку, чашку и кофе. Он... А там есть еще кофе с молоком. Ну ладно, то есть он же заказал кофе, значит будет кофе. Значит будет кофе. Не будет кофе с молоком. Оно в принципе сложнее делается. Уж я найду ту паскуду, которая... Знаете, это у нас игры, каждую игру. Точнее, кто-то там на нашей ферме отправляет мне сюда вагонетку, я сюда всегда прихожу и всегда отталкиваю ее назад туда. В следующей серии я опять сюда прихожу, вагонетка опять тут, отталкиваю ее назад. В следующей серии прихожу, она опять тут. Паскуды там играются со мной, наверное, перетаскивают туда-сюда, заразы. Кофе. Ага, замечательно. У нас тут нету угля. Так, салатик. Так. Нет, ребята. Дайте я сейчас вернусь, я быстренько очищу свой инвентарь. Так, ну, опа, это... Би-б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 и. 330-300. ТП. 330-75-300. Босс Блисси, это всегда круто. А ты куда топаешь? А ты куда побежала? Точнее, побежал. Я смотрю, он мальчик. Так, замечательно. Ух, красавица. Красавица красная, главное не пропадай. Нам нужно ментанка качнуть. Так. Дайте-ка я вспомню. Мне вроде кто-то написал, что на нет. Что на Глайскора можно изучить землетрясение атаку. Если вот эту атаку действительно можно на него изучить, то это охренеть какой он сильный будет. А может сейчас попробуем, ребята, изучить? Мне кажется, это будет круто. Ну, сейчас, ребята. Так, 1, 2, 3, 4. Замечательно. 5, 6, 10. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 4, 5, 6, 7, 8, 9. А, я, наверное, выкинул, то есть поднял случайно. Ну, да ладно. Так, о, милтанку 6 уровней. Ребята, смотрите, чтобы я не перекачал. Сидите и просто наблюдайте, чтобы я не перекачал. Ху, 4 уровня. Я надеюсь, ты не перекачаешься. Пожалуйста, мы тебя просим, милтанкушка, не перекачайся. Ху, еще 2 уровня осталось. А сколько... А главное, я не считаю, сколько мы Блисси уже убили. Так, сейчас. Милтанк. Лезер, нет, это не то. Вот, тут вроде. Да? Да. Нет. А вот тут. 1, 2, 3, 4. 4 Блисси, еще 6 осталось. Ух, боюсь я. Боюсь, что сейчас перекачаем. Нет, замечательно, 40 уровень, еще 5 Блисси осталось. Давайте вот так. Еще 5 Блисси. И пойдем делаем салатик подписчику. Еще 4 Блисси. Салатик и кофе, да? 4 Блисси. О. Замечательно. Ну, зато уже хотя бы 3 Блисси. Зато хотя бы... Да вашу мать. Хотя бы уже на следующей серии у нас есть планы, что мы будем делать. Это круто. Так, 3 Блисси, да? Давайте вот это. Что, ребята, по поводу новой серии, то есть 3 Блисси, 2 Блисси, да? 2 Блисси. А что по поводу новой серии, какой серии? Новой версии, да? То есть я обозревал там нововышедшую версию
Пиксельмона, и, в принципе, она мне, если честно, очень понравилась. Они там мало того, что добавили новых покемонов, они добавили украшения всякие. Вот это реально круто, потому что мне действительно понравилось. И сейчас, перед тем, как продолжить, вот это странно, вам не кажется, то, что все, вот эти все салаты, борщи, супы, вот это все нужно готовить, там, знаете, смешивать, топтать вот это, закидывать все в кастрюлю, варить, потом в миску накладывать и только оттуда есть. А как кофе делается? Ты затаскиваешь какао-бобы в эту... Не какао-бобы, а кофе-бобы в печку и вытаскиваешь уже кружку с кофе. Ну, по сути дела, кофе же так и делается, да? То есть ты насыпаешь там зерна, делаешь кофе, и тебе вытекает, и ты потом пьешь. Но могли бы сделать, чтобы хотя бы кружку нужно было, то, знаете, мы выпиваем, и кружка куда там, небо испаряется, или с неба появляется, да, то есть, потому что мы с нее пьем, и потом обратно испаряется куда-то. Вот это немного не очень. О, люблю кофе, ребята, вы что больше любите, кофе или чай? Голосование в комментариях, я, если честно, ну, не знаю. Ну, где-то, я где-то 50 на 50, то есть я и кофе люблю днем выпить, и чай вечером выпить. Ну, не знаю, ребята. А, точно, пока я не забыл. Ох, охренеть, лаги начались. Пока я не забыл попробовать изучить вот ту атаку. Да. Если бы она у нас была, я бы изучил, но... Ее у нас нету. Опа, это у нас там кто еще? Гасли. У нас нету Гасли. Так, 348-210. 80. Так, Гасли, где ты? Гасли. Гасли, а он в земле, что ли? Вашу мать, а? Ну, вы знаете, усложнять вот эти ситуации, ну, нахрена в землю, да? Опа, это что еще такое? Ну почему в земле? Ну, сложно вам было где-то наверху заспавиться. Ох, нихрена не вижу. Так, сейчас быстренько еще салатик сделаем, да? Любой, прям любой, он сказал, любой салат на твое усмотрение, поэтому... Только не говорите, что я не там копаю, пожалуйста. Я не хочу вот сейчас обратно вот это все вырываться. Вашу мать, я же копал прямо над ним. Как? Ух, тебе жопа. Ты доигрался, чувак. Дактрио, Гипно, Дрифл, Лампин. Да, нету. Я хочу Гастли, потому что Гастли, в принципе, такой покемон, который и классный. Он мне всегда нравился, но... К сожалению, мы его еще пока что не словили. Так, ну что, быстренько делаем салат и, наверное, на этом будем заканчивать. Ребята, по поводу новой версии, то есть мне люди, знаете, там начали писать, вот у тебя там практически уже 100-я серия сезона, вот ты там обозревал новую версию Пиксельмона, давай уже заканчивай быстро вот этот сезон и начинай новую версию. Точнее, новый сезон с новой версией. Ребята, а в чем прикол? То есть мы словили 70% покемонов. У нас половины еще нету. У нас половины эволюции еще нету. У нас половины легенд еще нету. Нахрена сейчас заканчивать сезон только для того, чтобы сразу же начать новый сезон с новой вот этой версии. Нам еще тут до хрена нужно чего сделать, это во-первых. Во-вторых, пока мы закончим этот сезон, могут выйти еще новые версии Пиксельмона. И когда мы начнем новый сезон, шестой по счету, то тогда у нас еще больше будет всяких обновлений, потому что мы будем больше ждать, и за то время может выйти уже новые версии, и мне кажется, еще больше, ребята, обновлений будет, поэтому давайте лучше посмотрим, подождем, может потом еще больше выйдет обновлений, хрен его знает. Ладно, в принципе, даже если вот так, например, на 100-й серии или когда там заканчивать сезон. Ну, в чем смысл, ребята? У нас половины покемонов еще нету. Ну, не половины, около 20-30% у нас еще нету. У нас половина покемонов еще не прокачана. Зачем вот это все начинать, если мы еще вот этот не закончили? А начинать только из-за того, что вышла новая серия, новая версия? Ну, сами понимаете. Так, ладно, салатик. Салат. Что-то харе проседать так FPS. Миксет. Опа.
Я бы сделал, но я не уверен, что у нас есть. Ага, и это у нас вряд ли есть. То, что у нас морковка есть, вряд ли. Наверное, яблочный опять сделаем. Спринг. Страубери. Фрукт. А, ну это как бы улучшение. Кукумбер. Ого. А что там за хрень была? Кукумбер, бит. О, это уже прямо до хрена. Цезарь. Цезарь это тоже до хрена. Цитрусовый. Лимон и летус. Опа, чувак, ты любишь цитрусовый салат? Мне кажется, ты будешь это любить. А знаешь почему? Потому что лимончики у нас есть. Я даже где-то вот тут давно... О, вот. Вот тут вроде что-то будет. И лимоны мы вроде садили. Танатмик, пекан, черри, пир. Опа. Замечательно. Извиняюсь. Но это груши. Это нет. Это не то. Это что? Это не лимоны. Вот. Вот лимончики. Мне так кажется, да? Да. И летус... Опа. Ни хрена себе... Ребята, я убью, потому что мне вот это мозолит глаз, и я бы себе не простил, наверное, если бы я не убил вот эту Блисси. Зато в следующей серии мы убьем 9 Блисси. Че опять куча уровней. Confuse Ray, давайте вот это. Да харе проседать, твою мать, а? Хекс Эмбер. Да пофиг. Опа, вот это лучше. Замечательно, 4 вещи. Так, летус. У нас есть летус. Вот тут. Летусики, есть. Опа. Чувак, тебя уже салатик сейчас твой будет ждать. Так, миксинг. Ла-ла-ла. А вот то, что А ну сейчас мы посмотрим. Как этот вообще миксинг, вот эта хрень на столе, которую мы поставили, как она вообще работает? Все нужно себе забрать или просто можно вот так. Так, сейчас. Где у нас вот эта хрень. Сейчас, я еще раз посмотрю. Ага. Допустим, вот так. Да? Допустим, вот так и вот так. Не кажется ли они вот это не продумали? Смотрите. Так, сейчас. Бред какой-то. А если вот так? Ой, не туда. А если вот так? Это сюда. Да, это походу они не продумали. То есть на столе мы так работать, наверное, не можем. Хрен его знает. Ну ладно, ребята. Сколько там? Уже, в принципе, серию давно нужно заканчивать. Смотрите на свои экраны. Это человек, который заказал новое блюдо. И сейчас он наконец-то попадет в наш ресторан. Вадим Ермоленко. Так, сейчас. Я, ребят, уже хочу закончить эту серию, потому что вот эти проседания, это жесть какая-то. Вадим Ермоленко. Извиняюсь, если неправильно читаю, я всегда говорю, потому что я не могу узнать, как все ваши фамилии читаются. Что он заказал? Салат, кофе. Вот так. Кофеечек. Вот видите, ребята, сюда почему-то кофе не... кофе нельзя ставить. А салат? Цитрусовый. Может, я перезайду? А ну, ребята, сейчас попробуем. Да. Бред какой-то. Ладно, вот новый человек, который попал в наш ресторанчик. На этом мы уже будем заканчивать. Я надеюсь, вам понравилась новая серия. Извиняюсь, если я выгляжу немного уставший, потому что у меня уже, в принципе, ночь. Но все же я решил сделать для вас еще одну серию. Ребята, сейчас я в какой-то степени постараюсь, как вот сейчас. То есть мы больше начнем сосредотачиваться только на поимке покемонов. Потому что, если честно, то новый сезон как бы хочется. Я знаю, что и вам он хочется. Но нам нужно сейчас ловить тех покемонов, которых нам не хватает. Я не говорю про легенд, потому что вы знаете, что легенды в этой версии, мне кажется, какие-то баганые, троллящие суйкуны, Райкоу, наверное, сейчас еще и Энтеи будут и другие, Аселеби, там, Кьогр, Лугия, Райкваза. Вряд ли мы их словим, мне так кажется.
Но все же, ребята, то есть сейчас мы постараемся как можно больше словить покемонов. В следующей серии мы, наверное, себе еще покедекс сделаем и будем смотреть, каких покемонов нам не хватает. И потом мы уже будем, как я говорил, в следующей серии мы будем в музее. Потом в следующей серии мы... Я что-то там хотел, но я опять уже забыл. А будем разводить покемонов Манчакса или Кида. И потом мы... Серию будем посвящать поимке покемонов, полностью поимке покемонов в болоте, полностью поимке покемона в снежном биоме, в снежном лесу, в шахтах, например, тот же Гасли, да, которого у нас нету, в саванне, в океане у нас еще парочку покемонов нету, и потом, когда у нас будут все покемоны, мы уже полностью займемся их прокачкой, параллельно будем там в музее, в ресторане, да, и чтобы закончить сезон, но... Ну, не буду врать, потому что, ребят, я сам пока что еще не знаю. Постараемся как можно быстрее, чтобы долго вот это все не затягивать. Ну что, ребята, давайте уже на этом заканчивать. Ставьте лайки, не забываем то, что новая серия выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.